Привитос, амигос. Начну с того, что у меня есть две новости. Одна хорошая, вторая плохая. Хорошая в том, что плохих новостей нет, а плохая в том, что нет и хороших. Короче, ничего нового сказать пока вам не могу. Чуть попозже, значит, и на втором канале, не на этом, на втором канале выйдет видос, в котором я расскажу, чего, собственно, произошло. Очень много народу хочет послушать, не знаю. Может, какое-то время видео полежит, потому что... А потом я удалю, потому что, ну... Не надо, как бы, чтобы сильно это все людям запомнилось, потому что, ну, его нахрен, от греха подальше. Люди злопамятны, как известно, вот. И потом еще к 10 тысячам подписчикам выйдет видео на этом канале, так что обо всех делах потом, чуть попозже. А сейчас просто второй шанс для игры Сома, видео чисто, чтобы поддержать пока что жизнь на канале. Чуть позже начну какие-то прохождения пилить, видео по танкам. Сейчас уже обдумываю о том, что и про что снять. Вот, может, прохождение Dark Souls первого будет, если найдется какое-нибудь некое интересное число желающих посмотреть в очередной раз на первый Dark Souls. Ну, в общем, что-то такое делать надо, потому что иначе канал загнется. Значит, я остановился на чем? На том, что положил этот приборчик для охоты на привидений. Здесь открылся шкаф для чипов. Мне в комментах написали, что типа я вафел не заметил. Так я подумал, что сюда чипы вставить надо, потому что я вот так рядом поводил этой херовины. Здесь надо точно навести. Я думал, что надо чип сюда вставить, и тогда он пропатчит мою вот эту хренотень. Оказывается, что это здесь наоборот чипы лежат. Но что с ним делать? Ну и что с ним делать? Ага, просто на действие нажать. Я не знаю, зачем так сложно все это. Потому что мне кажется, что было бы достаточно вполне для игры, если бы надо было просто положить вот эту штуку и взять эту штуку отсюда. То есть симулятор вот этого апдейтинга программного обеспечения, он как бы в игре-то нахрен не нужен, по большому счету. Почему решил дать игре второй шанс? Ну, просто интересно посмотреть на элемент хоррора, когда он здесь все-таки будет. И будет ли он здесь вообще. Сейчас, кстати, скачал себе книгу почитать хоррорную. Ну, Ведьмака читать надоело уже. Как-то там дошел до четвертой или до пятой книги, где там эту малую учат, короче. Малую учат магии, вот, и что-то там как-то все это нудно, вот, и скачал книгу под названием, короче, «Приют», с иллюстрациями реальных фоток из психбольницы. Ну, замануха такая, в каталоге эту книгу увидел, короче, от американской писательницы, книга свежая, там, 13-го года, по-моему. Ну, я вам скажу, она в духе «Ты ли расти» и написана просто, а вот и хоррор пошел, видите. Книга в духе толерантности, короче, главный герой парень, паренек такой, и у него есть подруга и друг, с которыми он встретился. Но вообще-то неправильно то, что книга называется «Приют», потому что речь там идет не о приюте, а о летнем лагере для подростков, которые будут поступать в колледж, короче, образовательный лагерь. Вот, и, значит, и на первых трех страницах описываются его друзья, значит, тёлка, в которую он влюбился, имеет оливковый цвет кожи. То есть, ну, я не знаю, что значит оливковый цвет кожи. Я, как деревенский парень, грубо говоря, деревенский, знаю, оливки бывают двух цветов, зеленые и черные. Так что либо эта девочка, дочка Халка, блядь, зеленая, либо она чернокожая. Вот. А друг, третий их приятель, уже на второй странице книги делает признание, что он гей. И вот Тимур и его команда начинают там расследовать. Ну, короче, хоррор вообще никакущий, честно говоря, в книге. Так, я здесь уже был. Здесь уже был. Вот, хоррора никакого нету, интереса тоже никакого нету. Поэтому я не знаю, почему эта книга хит продаж. Плюс на моей электронной книге картинки очень неудобно смотреть. Они там отсканированы или хер его знает. Под каждой картинкой очень интересно, что есть ссылка на эту фотку в интернете. Куда бы вы думали, ведет эта ссылка? Она ведет на какой-то зарубежный аналог сайта depositfiles.com. То есть на временное хранилище просто ссылки в книгу.
временные ссылки были увековечены в книге. Очень потрясающе. Интересный довольно подход у автора к этим, к пруфам. Так, наконец-то я могу открыть это дерьмо. Ага. У меня, если честно, от этой игры немножко голова болит. От вот этой мутной графики я не очень уважаю этот движок. Это, по-моему, я так понимаю, это Unreal Engine 3, наверное, какой-нибудь, да? Ну, CryEngine, он весь хромированный, а Unreal Engine, он весь мутный такой. Вот видите, как все двоится, троится. Хочется, я не знаю, очки одеть. Хоть я никогда не носил, но мне кажется, что я плохо вижу. Опять что-то у главного героя начинает плющить, колбасить. А, вон разбившийся самолет какой-то лежит. Который, наверное, еще не знаю там. За Перл-Харбор мстить, наверное, летал. Взбесившиеся машины. Эту бы игру, да не про взбесившиеся машины, а про динозавров сделать. Вот прикиньте, как бы было классно, если бы здесь какой-нибудь плезиозавр проплыл. Плезиозавр, он плавает, да, вроде? Ну, серьезно, тут, ну, просто, это похоже немножко на Dino Crisis от первого лица. Акула нарисована со вскрытыми кишками. Вот если бы можно было развернуть. Но видно, да, что роботы порвали акулу на рисунке, на этой мазне. Все как и прежде, словно и не было здесь Армагеддона. Ну тут непонятно что. Иллюстрация как какой-нибудь фантастики, не знаю, 80-х годов. Многоглазые люди какие-то. Они вернулись, все в черном, теперь бедные рыбы. Все в черном, теперь бедные рыбы. Да, рыбы ни одной действительно не видно. А, ну конечно, вон она. Это уже больше, чем в нашей местной речке. Судя по тому, что я ни разу ничего не ловил в ней. Блин, ну согласитесь, вот обратите внимание на надписи вот на той стене. Смотрите, они нечитаемые. Тут до них шагов 10 ровно. Снизу security, сверху что написано. Ну то есть, ну двоится надпись. Она явно двоится. Она двоится как, сука, в этом, блядь, стереокино. А, знаете, раньше такое, ну школьники если смотрят, они не застали первые 3D фильмы, короче. Они были в таких очках, блядь. Одно очко, в смысле, одна, как сказать... Половина очков, короче, сука, со синим стеклом, вторая половина с красным стеклом, блядь. И кино в итоге черно-белое. И это жесть, на самом деле, была полная, потому что ходить на такие фильмы в кино, это просто портит зрение. И вот игра сейчас, такое ощущение, что заточена под эти очки. Упс, кажись, я прилип, наконец-то, хоррор начинается. О, это говнище-то живо, смотрите. Все будет хорошо, все будет хорошо. Но она пульсирует, как будто это не машина, а живой какой-то организм. Я так понимаю, что надо к нему подойти. Ты не тот палец суешь в это влагалище, чувак. Ну и что делать здесь надо? О, понятно, лазилки. Лазилки, прыгалки. Ну я так понимаю, что игра изо всех сил подражает Alien Isolation, по-моему, но... По-моему, это очень заметно. Другой вопрос, что для того, чтобы подражать Alien Isolation, нужно ресурсы иметь, как у того разработчика. Почему главный герой ползет и его так шатает, как будто он ходит? Я понимаю, что они симулируют работу локтями, но тогда бы он так быстро не лазил, мне кажется. Exhaust. Не знаю, что это.
Мне уже тут написали, что Black Silver, блядь, сыться, как и он привык, до усрачки просто игры. Сыться до усрачки. Сыться до усачки, надо говорить, вот. Над этой игрой, что у него там руки дрожат, еще что-то. Почему люди считают нужным докладывать мне, как там дела у Black Silver? Пойдите ему расскажите, как у меня дела в таком случае. Пусть тоже про меня послушает. Не, ну серьезно, ну после Layers of Fear, если ему страшно играть вот в это, то значит, что... Это значит только одно, что в Layers of Fear он играл не сам. Я думаю, что он жену попросил, а сам озвучил. Хы. Опачки. Здесь даже кровь, которая стекает с потолка, на дерьмо похоже, я не знаю. Или на шоколадный фонтан, там, из какой-нибудь шоколадницы. Ага, конвульсивный робот. Это, знаете, похоже на эту... На Алису, короче. На Алису Селезнёву. На планете Железяка, ёпта, где роботы все заржавели. Шедевральный, кстати, мульт. По-моему, даже и книга шедевральная есть. У меня было про Алису Селезнёву любительское какое-то продолжение купленное, книжное, там. Где они в каком-то батискафе на дно куда-то погрузились, короче, и всплыть не могли. А еще в офигейте, но у меня была книжка «Черепашки-ниндзя» и «Подземный кукловод». Вот это вообще... Наши авторы знают... Знают толк в писанине. Наши как возьмутся дописывать за этими, за западными писателями. Так такой высер получается, что просто, не знаю, жить после этого стыдно становится в этой стране. Ну, одно только сочинение Ника Перумова на тему «Властелина колец», блядь, что стоит, это просто, я не знаю, это... Он бы хоть под псевдонимом, под другим это дерьмо писал, что ли. Don't touch the structure. Не дотрагивайтесь до протекшего структурного геля. Я не могу определить его воздействие на НИУ. О проблеме сообщено ответственному инженеру по эксплуатации «Волчок» или «Волчек». Волчек. Что такое НИУ? На НИУ. Воздействие на НИУ. Даже я впервые вижу такое сокращение НИУ. Ну и чё? Чё делать-то с этим говном? Я чё сюда лез-то вообще? Тут же даже взять нечего. А, о. Это похоже на экранчик из Five Nights at Freddy. Сейчас, наверное, этот заяц какой-нибудь выпрыгнет. Чё с ним, блядь, происходит, я не понимаю. Потому что на вид робот довольно безобидный. А, вот его можно отключить. А кто орёт, что не надо? Почему не надо? Он... Взмолился он человечьим голосом. Хм. Может, люди роботами стали здесь? Ожидание. Но он явно паразитировал на этой консоли, а она мне нужна, так что... Ничего личного. Не вижу, что написано. Очень мелко. Радиосигнал заблокирован. Недостаточно энергии. Блять. Не знаю, давай свет выключим. Что это такое? Ручной порядок загрузки. Хм. То есть, а третья кнопка что делает? А, да. Нереально сложная загадка. Чуть мозг не сломал. А, и сейчас все эти роботы оживут, я так понимаю, да? По-прежнему FPS в этой игре имеет привычку делать приседания. Глубокий присед со штангой до 30 FPS, сука, твою мать. Я тут, кстати, на днях еще одну игрулю вспомнил, короче, хоррорную, в которой была на первой плойке.
А, даже две. Fear Effect, по-моему, одна была. Про двух телок. Лямбда. Ламбада и значок ассасинов. Эпсилон. Я не знаю, этот ролик как-то укачнулся. В комнате прямо сейчас. Да, там сиденье было, шлем, короче, был. Правда? Как вас зовут? Саймон Джерет. И шо вы? Ах, ёб твою мать, сигнал, чёртовы передатчики. Где вы ща? А где-то, где передается ток, то ли электростанция, то ли трансформаторная. Я вообще туповатый, тут турбина крутится, мог бы сказать. Я бы сказал, я в турбонаддувной. Извини, отходила, что ты сказал? В центр связи, говорит, надо, понятно. Интересно, что вот это на стекле на прицел похоже. Вот, а вторая игра, короче, она была там про Марс. Я смутно ее помню, потому что я был тогда еще, по-моему, сыканул в нее играть. Или играл очень мало в нее, там полчасика в день. Получал свою дозу стресса, короче, и выходил. Вот, и там прикол был в том, что зомби летали, так они парили в воздухе. И их нельзя было убить насовсем. Их можно было на время только из строя вывести. У них такие когти были, короче. Но кто-то писал про эту игру, я просто все время забываю, как она называлась. Эпсилон в норме, давление такое-то, диапазон, все нормально, все понятно, нахер мне это читать, не в дупле. Что там вообще за ядро Земли? Действие где вообще происходит? В космосе? На планете? Если на планете, то на чьей вообще, что это такое? Как хорошо, что я играю, но мне кто-то, мне понравился чей-то коммент, говорит, ты на Соньке играешь, фу, лох. Ты хоть бы проверил, блядь, выходило ли это говно на Соньку. То, что я играю на геймпаде, не значит, как бы, что я сижу и на консоли. Наяриваю, блядь, купив игрулю, как правило, за 4 косаря. Это был скример, если кто не понял. Положняк был обоссаться. У главного героя что-то сердце забилось, я так понял. Ну, звуки вообще тут угрожающие раздаются, насколько я слышу. Их немного, но они грохочут как положено. У главного героя даже отсутствуют звуки шагов, поэтому... Оба. Оба. Мистер Бабблс из Биошока ходит. Опять чья-то вагина. Ай, не туда суешь свои ты пальцы. Ох, блядь. Курица бежит. На какую спринтовать? Сюда, наверное. Опа, блядь. Это был облом, пацаны, это был облом. Ну что, найдет, не найдет? Сука, а чё ж тут открыто-то, если здесь тупик? Специально, чтобы меня тут отшпиндохорили, что ли? Тупички. Ну что ж, врага в лицо я увидел. Да ёпты. Ну, я бы не сказал, что это страшно. Я просто боюсь, что чекпоинт где-нибудь в заднице. Он ускорился. И, блядь. Лучше смерть от пара, чем порванная жопа. Ну давай, пидорас, посмотрим, как ты сюда про... Жги его, пар, жги его! А, видимо, после вот этой анимации смерти должен позвонить телефон и страшным голосом сообщить вам 7 дней.
Я что-то вообще ни хрена не отдупляю в этой игре. Блять, я просто вообще тут невозможно ориентироваться. Тут какие-то. Да что тут говорить? Тут пальцем надо в какое-то говно тыкать ходить, ёптать. Что может быть тупее? Я помню, я обалдел от того, когда за мной этот в Outlast'е чел с пилой гонялся по кругу. Там и то понятнее было, что делать, куда бежать, чем здесь сейчас. Да. Ну что ты делаешь, блин, архитозный? О. Вот зачем я тыкаю в это пальцем? Объяснит мне кто-нибудь? Что? Что это дает? Кроме того, что я все сломал. И что ты сделаешь? Я мамку твою делал. Сегодня зайду еще раз ее отделаю. Ай, она любит, блядь. На тебя жаловалась, говорит, ведешь с херово. Сука, чей мозг засунули в этого рыбакопа, блядь? Какого-то олигофрена, походу. Че, не перепрыгнуть, что ли? Ну ты тупой, ёб твою мать. Блять, я ничего более убогого не видел, наверное, лет 10 в играх. Да. Крис Уокер тоже убого, конечно, в Outlast'е гонялся за мной. Блять. Она все-таки доперла. Она, видимо, тоже, как и я, искала кнопку бега, короче. О, я еще жив. Я огреб, но я. Я избит, но я не сломлен. Отлично. Продолжаем эту безумную борьбу. Главный герой и так скоростью не отличался, а теперь он, сука, еще и похрамывает. Так, как надо пар, видимо, как-то выключить. Пар выключается, ну, либо кнопка, либо вентиль. Что-то должно такое быть. Где? Вот это вопрос. Наверное, вот там по лесенке. Сейчас-то дура уйдет. Она так топает, что я не знаю. Можно чихать, кашлять. А, вот вентиль. Ой, блядь. Герой на редкость похоруки демон. Приседай, приседай. Отлично, все. Ну, как закрыть эту херню? Я же нажал. Оп. Я в домике. Шикарно, шикарно. Никакого индикатора сохранения, кстати, не вижу в этой игре. Может, он где-нибудь есть? Вернуться, сохранить и выйти. Теоретически можно устроить себе чекпоинт, правда, придется в игру перезаходить, как я понимаю. Тут продолжает все трястись, изображение продолжает быть дьявольски размытым. Может, у меня в мониторе 3D включилось? Хотя его тут и быть-то не должно. Чудо, что он вообще цветной. Чего? Ох, черт, плохо дело. Я вырубился. Эми Роджерс, ребята, вы меня слышите? Мне помощь нужна. Запущен процесс блокировки. Подробности на терминале. Я думаю, что мы играем тоже роботом каким-то. Сменить. О. Да. Подробности на терминале. На каком терминале? О, вот в это опять можно пальцем, наверное, ткнуть. Я так понимаю, что главный герой лечится этим, да? Да. Ладно. Экран перестал блымать сразу. Это означает только одно, что мы играем роботом каким-то. Либо Тони Старком, у которого батарейки садятся. Здесь столько дверей открытых, что охереть можно.
Так, это не работает. Так, блядь, даже стиком поворачиваю камеру, даже стиком, и все равно, сука, какие-то рывки просто неебические. Так, в какую дверь пойдем? Налево пойдешь. Коня потеряешь. Прям пойдешь. По жопе получишь. Так, я думаю, что надо пойти, наверное, сначала. Сначала вправо. Наше дело правое. Оп. Оп. Опять дрюнг. Мы перекрыли все. Все от казарм до центра связи. Если кто туда еще зайдет, ну, мало не покажется. Карл! Карл, беги. Отъебись от меня! Ты дерьма кусок. Видимо, этого робота убили с этими. Это, видимо, я так понимаю, последнее, что слышал этот робот, покрывшийся какими-то, блядь, сталактитами, сталагнитами или что тут с ним. Какой-то окаменевший немножко. Карл. Игра, видимо, не в курсе, что сериал «Ходячие мертвецы» миметизировали имя Карл. Это тебе оно стало мемом. Прикольно, наверное, не знаю, живешь с каким-нибудь именем типа Карл или Валера или еще что-нибудь и не подозреваешь, что еще день-два и, сука, тебя резко все начнут заябывать. Там, песню-то из 90-х «Привет, Андрей» уже никто не вспомнит, а вот какое-нибудь свежее говно будут помнить, сука, еще долго. Я что, кстати, заметил, что вот эта дверь отличается от тех, что я открыл до этого, тем, что в ней нет стекла. Включен. Включен. А, внимание, включен. Внимание. Выключен. Ну, это опять какой-то этот... Собака с камерой на голове. Она не похожа на... На того робота, который за мной гонялся. Сейчас как даст мне этим манипулятором по башке. Видите, он не такой. О, вы кто? Вы слепой? Это я, Карл. Это Карл, Карл. Карл Сэмкин, объездчик. Что, не знаете такого? Нет, единственный Карл, которого я знаю, это мальчик в ковбойской шляпе. Ну, спасибо, вы мне очень помогли. Я тут, короче, что-то не знаю, что он там, блядь. Быстро очень с собой выключились. Вода, да. Карл, Карл, я лежу. Ну-ка, разберите-ка Карла на запчасти. Твою же мать, и тут... А чё, он боль чувствует, что ли, я не понимаю? По-моему, он готов поговорить. Ой, ему больно. Врача ему найти. Так это робот или человек? Я ничего не понимаю. Вообще какой-то конвейер. Врача ему найти. Какого ему нахрен врача должен найти? Какой-нибудь, не знаю, может, механик ему нужен, а это что и... Что-то за... Найти помощь. Здесь точно ничего не нажать? Блять. Но остается последняя дверь, за которой может скрываться какая-нибудь истина. Боже мой, что... О! А вот и человек. Хоть и мертвый, но уже лучше, чем... Чем вообще без человека? Да, все, здесь масса интерактивных предметов. А как ты думаешь, если над ним мухи летают? Или это мыльные пузыри? О боже, Сэмкин Карл умер? ID 0722. Я так понимаю, что 0722 это код. И он умер-то, посмотрите. Он умер уже, блин, не знаю, полгода назад. О, опять. Вы последние резервные турбины. Все подключено равномерно. Мы специально распределили риски.
Спокойно, ребята, выше пиписки. Сейчас все будет. Да. Сюда мне не надо, сюда мне не хочется. О, это, наверное, Карла боты. Что это такое? Тета, turn around. Тета, не входите. Мы перекрыли Эпсилон, чтобы никто не мог помешать работе станции. Не открывайте дверь. Эазаро. То, что произошло с Карлом, это не моя вина. Конечно. Он сказал, не входите. Как бы то, что вода льется из щелей, как бы намекает на то, что там... Да ладно, мы чё, блядь, на подводной лодке, что ли? Да, оно не открылось. Ну что ж. Сделал, что мог, сделал, что мог. Это что за шкаф? Берегите голову. Я знаю, что просто я не перевел, я знаю, что там обычно пишут, потому что в такие места именно я бьюсь головой. Знаете, как я первый раз в жизни понял, что мне пора пригибать голову, выходя из вагона метро, правильно? Я как следует прилюдно уебался в этот верхний косяк. Это было обидно и ни хрена не смешно, но вокруг все поржали. Что было обидно вдвойне. Ладно, пора Карлу сказать, что он сдох. Карл, ты немножечко сдох в соседнем коридоре, Карл. Блять, ты еще права качаешь. Так, подождите, 0722 у него на бейджике, да, было? Что-то я запарился. Походу, Карл... Я понял, я уже раскрыл это преступление. Карл застрелился из шуруповерта. 0722, да? 0722. Привычка с давних времен. Любые цифры воспринимаются как потенциальный код для какой-нибудь консольки. Что ж, 0722. Ага, имя для входа-то. 07. Вы вошли как Карл Семкин. Как Карл Семкин. Почта кому? Волчик Хизер. Так, тема. На-на-на, автоматизация Эпсилон. Мы закончили работу над электрокомплексом. Мы перекрыли доступ к фабрике, чтобы завод мог работать. Все системы непервостепенного значения отключены. Если кто-то решит вернуться, пусть знает, что регулятор потока энергии работает на честном слове. Если его отключить, то включить обратно уже вряд ли получится. Самое обидное, что вот эту игру перевели, а Layers of Fear никто переводить не стал. Согласитесь, что это отстойный выбор. Ну, конечно, херли, тут столько текста, что просто обоссаться можно. Чё за вкл-выкл, центр связи. Регулятор потока. ND, это что значит хоть? Центр связи я не могу выключить, а эти не могу включить. Ну что ж, я, по-моему, закончил здесь. Персонал. Главный управляющий Адамс Джейн. Так, тета. Ну это латинского алфавита буквы. Альфа, бета, гамма, дета, эпсилон. Чё-то там еще, блядь. Омега. Зета. Еще что-то. Так, наладчики, хреначики, объездчики. Какая нахер мне разница, кто тут объездчик? Выйти из системы? Нет. Торопиться не надо. Так, я открыл вот эту хрень, да? Ну, Карл со мной не хочет по душам разговаривать, значит, я к нему не пойду. Прикольно все-таки. Так... Краткое введение в CCRV7 черный ящик. Черный ящик это прецизи... О боже ты мой.
прецизионный прибор для наблюдения за состоянием вашего организма. Он измеряет широкий диапазон показателей от температуры тела до мозговой активности. Эта информация постоянно передается НИУ, наблюдающей системе ПАТОСа 2. Бля, сколько тут незнакомых слов. Чтобы станция могла обеспечить вам подходящую рабочую обстановку, устройство будет работать максимально эффективно, если вы последуете инструкции к автоинъектору. Только так вы сможете быть уверены, что имплантант используется правильно. Мне что надо? Имплантант себе всадить, что ли? Это нарисован имплантант или он лежит на листике? Нарисован. Ага. О, вот шапочка. Шапка нащель. Не получилось одеть. Как ее юзнуть-то? О, блядь, нет. Ток не это. Где моя колбочка? А, я ее все-таки спас. Наверное, ее надо разбить. Нет. Имплантант. Не, серьезно, что мне делать с этим дерьмом? Может быть, Карл Семкин знает? Так, отсюда я пришел вроде как. А туда я уйти не могу. Карл, корешок, зацени, что я наш. Okay, calm down. I will get some fucking help. Don't touch me. Хорошо. Я так понимаю, базара не получится, чувак. Как дела? Ну извини. Походу мне это нужно. Мне нужно, чтобы что-то заработало. В Бога и в душу. Интересно. Так, а вот теперь я смогу, наверное, что-то сделать. О, складское помещение. Ай, черт. Подожди, центр связи, нахер он мне нужен? Ну, может центр связи надо, я не знаю. Я не понимаю вообще, куда мне идти и что делать. Это, бля, очень странная игра. Просто хер поймешь, что. А, коммуникейшн, смотрите. Вниз по лестнице. Может, вверх по лестнице все-таки. Да. Блять, жалко чувака. Сука, надо его выключить. А то ему тут долго жарится, походу. Сука, она не выключается. Но он орать перестал уже, хотя бы. Ну, короче, блядь, тише не стало. Ладно, чувак, извини, жизнь такая. Не я такой, жизнь такая, реально, ничем не могу помочь. Ну, теперь-то я его точно больше не услышу. Обнаружены испорченные данные, восстановить файлы. Сейчас, восстановим файлы. Погодь. Что это такое? Связь с Лумар. Прерванных... Чего? С Лумар прервана. Требуется ввод данных вручную. Сука, падла.
И тут какие-то, блин, опять цифры. Но я надеюсь, что подсказка к этой херне хранится на этом мониторе. О, кто-то свою боевую руку тут подкачивал. Идет восстановление. Давай, мочи. Йонси, как там эвакуация? Все собрали к выходу, готовы, но осталось электростанцию без присмотра. Очкую. Адамс решила оставить Эми Азару Карла Семенкина. Тут они, небось, рады, бла-бла-бла. Я просто хочу сообщить. Так, давайте к последней записи. Алло, Питер, да, чё? В чем дело? Москва на связи, мы уходим. Я хотел передать, что сегодня будут закрывать центр связи, так что больше мы на связь с вами не выйдем. Если с пару часов нас не будет, высылайте кавалерию. Подождите, что происходит-то? План прежний остался? Да, мы идем к шаттлу и едем отсюда к чертовой матери. Ладно, я понял, соберу людей для торжественной встречи. Рад это слышать. Алло, Тета. Ты это? Эпсилон, что такое? Нам нужна прямая связь с Хизер, то есть с инженером по обслуживанию Волчек. А мы можем это послушать, видимо, пока я буду ковырять эту панель. Если кому-то интересно вообще эта хрень. Так, я так понимаю, что мне надо в Тету, да? 2202. Тета 153. Регулировка. А, надо и символ собрать. Какая интересная у них радиосвязь. На детскую мозаику похоже. Сука, ну было ж почти. О, подключено. Ошибка связи. Мне не в Тету, да? О, Лондон, Кадис, Лиссабон, Нью-Йорк. Россия в этой херне не участвует. Если только не Кадис, это не наш город какой-нибудь. Кадис, вспомогательный, статус отключен, последний контакт. Йонси, я знаю, что у вас гораздо больше шансов выжить, но зато у нас место в первом ряду. Зато у нас салют написано внизу. Кадис, видимо, ну не знаю. Блин, я думаю, что в этом месте на самом деле имеет смысл остановиться, потому что... Ну, просто потому что время и потому что вообще что-то у меня... Лень сейчас ковыряться с этой фигней со всей. Решу, что здесь делать, не вопрос, методом тык или методом еще чего-либо. Ну, просто серия-то будет 2 часа. А тут место такое живописное, так что... Или к тому же, я не знаю, интересно кому-то эта игра вообще или нет. Вот. Так что вот именно это вы и напишите, что-нибудь нажмите, короче, и до связи.